Основное направление подписанного президентом указа – предоставление качественных госуслуг населению. К примеру, сейчас для получения каких-либо разрешительных документов гражданам все еще необходимо собирать справки, обивая пороги ведомств. Отныне же, согласно указу, справки соответствующим органам будут запрашиваться автоматически, что в свою очередь сократит время на сбор данных и тем самым оптимизируются и сами госуслуги. На данный момент у нас все государственные органы подключены к системе, имеют возможность обмена информацией, но не все, то есть эти органы интегрированы и получают эту информацию. И в указе написано, что вот следующий этап – это уже интеграция. Если какая-то услуга запрашивается, то они должны через систему Тундук эту информацию получать. Кроме того, в документе указано, что теперь полностью в цифровом формате должны предоставляться и справки о судимости. То есть, если сейчас гражданин вынужден приезжать в город Бишкек или в город Ош, то с исполнением этого указа гражданин сможет получить эту справку, находясь в любой точке мира, независимо, главное, чтобы у него был доступ к интернету. Благодаря упрощению процесса получения государственных и муниципальных услуг существенно сокращаются и расходы. Я надеюсь, что указ, который сегодня вышел, указ президента Кыргызской Республики, даст дополнительный импульс и государственным, и муниципальным органам, чтобы они активизировались и, наконец, оцифровали все свои бумажные справки и выложили в электронный формат, как на портал государственных услуг, так и сделали все эти услуги безбумажные, то есть передавали эти справки по системе Тундук, так, чтобы граждане не должны были ходить из одного государственного органа в другой. Правительству также рекомендовано унифицировать финансовую отчетность для субъектов предпринимательства. С участием Нацбанка предпринять практические шаги для внедрения национальных систем моментальных платежей и денежных переводов, а также решить вопросы внедрения цифровых документов, электронных ID-карт, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств. Бегаим Бегалиева, Азамат Кадыртоктоев, АЛАТО 24.